Министр спорта Омской области Константин Подбельский ушел в отставку. На своем посту чиновник не продержался и года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас находится в отпуске. Обязанности министра взял на себя его бывший заместитель Дмитрий Крикорьянц. На пост главы спортивного ведомства Подбельский был назначен прошлой осенью и столкнулся с рядом проблем, которые достались ему от его предшественника Александра Фабрициуса. Это и многомиллионные долги волейбольного клуба «Амичка» и находящиеся в плохом состоянии здания СКК имени Блинова. Последний скандал был связан с центром парусного спорта, финансирование которого областной бюджет резко сократил. Но в правительстве региона считают, что виноват все-таки Подбельский. Причина проста. Ряд проектов в части развития спорта немножко провалились. Возник ряд конфликтных ситуаций, на которые, так скажем, были указаны министру. Министр признал указанные недостатки и счел лучшим подать в отставку.